каждый. Ладно, опа. Зеленого лови. Зеленого лови. А меня за что? Продал, лови, деньги мне отдайте за них, блядь. Подождите, я вас не слышу. Отмычки. У меня проблемы. Все понятно. Только Спарта приезжает, сразу уезжает обратно. Так, где тут наш? День сегодня какой-то не поймал? Да. Тиамат. Гражданин, отойдите. Массово пошли. Что, на участок? На участок проверим. Поехали. Может, здесь проверим? Не-не-не, поехали, Дула. Мы же там еще ни разу не были. Может, сто раз на участок едем. Едем еще разок. Еще разок? В наш дом превратится. Вот, надеюсь, не приятель хуярит. Он убежал. Слышишь, он его отпустил. Вместе с моими отмычками, представляешь, да? Пацаны, вы приятели. Как? А в этом, в правом кармане, там, в трусах. Пацаны, вы сейчас обосрете это пиво, приятель. Не, что произошло? Мы никого не связали. Причем это вы связали, потому что я не могу открыть эти... Откуда? А что меня? Слышишь? Меня вообще-то связали первого. Алло. Спасибо. Вы связали, мы не могли распутать. У нас клейка лента, а у вас эти... Все, на участок. Ёптую мать. Передай сзади, Вася. Я второго отвезу. Хорошо, поехали. Бармена позвали. Участок. Пихайте, у вас как раз удобно сидите уже, так привыкли достаточно. Блять. Я еще и смотрю под стаканчик. Что ты тебе делаешь? Где? Давай, бля. Вот уж. Тактика всех лица. Тихо, это еще не все. Я утолил жажду пивать. Тупая, а попозже закупилась. Ебать меня вставил, слышь. До рассудения в распиздень. Там еще ничего валяется, алё. Ну чисто русский под столом все бутылки. Ред. Иди сюда. Белая.